Сегодня утром состоялось заседание комиссии ТЭП, и в связи с тем, что прогноз погоды неблагоприятный, на следующий день было принято решение о том, что через отдел департамента образования будет доведено до всех директоров школ об отмене занятий школьных и дошкольных учреждений. Рекомендовано в детских садах оставить только одну дежурную группу для того, чтобы родители, у которых обстоятельства не позволяют оставить детей дома, могли, как говорится, обеспечить прием детей. Всем остальным рекомендовано, конечно же, и родителям, и самим школьникам оставаться дома. Соответственно, при этом гораздо меньше будет трафик движения в городе, и, соответственно, гораздо проще будет работать нашей специализированной технике.